с котлованом всегда можно работать. Да, да. А пленку убираем всегда. Конечно, мы находим его сильные стороны. Утилитарность и максимальная природность. Ты расписываешь ему сценарий жизни. На самом деле я не создаю сады. Гармонию ее замечает, на самом деле, даже, мне кажется, младенец. Но вот история, мы были в Европе, мы хотим вот так вот. Так называется скат. Да, мы называем скаты. Его сад со скатами. Сад со скатами. Друзья, здравствуйте. Привет. У нас в гостях ландшафтный архитектор Татьяна Лазарева. Мы сегодня будем говорить о том самом проекте, который вошел в номинацию величайших садов мира. От России всего два проекта, которые вошли в эту номинацию, которые получили это звание. И эти два проекта, автор этих двух проектов, Татьяна Лазарева. Да, и больше получилось. В России никого нет. Я в прошлом видео рассказывал, как я нашел данный проект. Я просто посмотрел в YouTube. Мне он очень понравился. Я связался с Татьяной, попросил, можно ли этот сад показать на нашем канале, потому что он очень интересный. И только потом я узнал, что, оказывается, этот сад получил такую награду. Татьяна, и я напомню, друзья, в прошлом видео я рассказывал, Татьяна не отправляла свои сады на рассмотрение. Дескать, посмотрите, вот мои сады, достаточно они хорошие. Она просто их сотворила, реализовала, точнее, спроектировала, реализовала. И уже постфактум узнал, что, оказывается, этому саду вручили такую награду. Ну, это, друзья, это вдвойне интересно. Смотрите наш ролик. Мы сегодня расскажем, мы покажем конструктивы этого пруда. Будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Поехали. Поехали. Татьяна, расскажи, пожалуйста, как пришла мысль о создании такого сада? Тут очень интересный момент, потому что создание не сада, а именно этого фрагмента, потому что это фрагмент большой территории, мы называем это сад в саду. То есть это сад со скатами в контексте большого загородного участка. То есть это не весь сад. И конкретно этот участок у нас появился из-за того, что на данном участке очень высокий уровень грунтовых вод. И исторически, уже когда мы туда пришли, дом был посажен достаточно высоко, да, а вся территория была внизу, это было просто кромешное болото. Мы очень долго производили массу инженерных работ по осушению территории, отсыпали все песком, и из-за этого вот эта часть у нас получилась заниженная, и получается, что вид основной из беседки выходил на подпорную стену, которая случилась там именно технологически. Да, да, понял. Да, и сидеть и смотреть из красивого эркера беседки просто в скучную подпорную стену, на мой взгляд, было неинтересно. И стала я думать, что же можно смотреть вечно. Кострище, думаю, ну как-то оно сюда не в контексте, плюс у нас есть кострище с другой стороны участка, где оно более утилитарно, потому что оно находится рядом с зоной огорода, там можно утилизировать какие-то там остатки растений. Дублировать не хотелось. Вода. В каком контексте? Водопад. Стали смотреть проекты водопада. И плюс, конечно, немаловажную роль сыграли скаты, потому что случается так, что думая над этой идеей, я приезжаю на один из московских фестивалей, встречаюсь с коллегами, мы, значит, обсуждаем, я говорю, вот у меня есть объект, я вижу этих скатов, и, в общем, как-то все срослось, сложилось, бирюзовые скаты, а на тот момент мы уже работали с ландшафтным стеклом, эрклезом, и я думаю, а почему бы не совместить воду и бирюзовое стекло в водопаде. Конечно, я смотрела референсы различные, стала искать в интернете какие-то аналоги, но все, что я находила, это были южные регионы и чаще всего не наша страна. Я подумала, раз такого никто не делал, почему бы не быть первыми? И мы начали реализацию именно этого проекта. Татьяна, ты говорила о том, что сидя в беседке, глаз как бы падал на опорную стену. Да. И ты думала, как бы так сделать этот участок более интересным. И что было первично?
своду создать перед опорной стеной? Или же все-таки первично ты увидела скаты красивые, и уже к скатам идея была дорисована? Первично была задача отвлечь внимание от скучной подпорной стены. И поэтому первично появился водоем и водопад в мыслях. В реальности нет. И как раз в тот момент, когда я размышляла на тему того, как создать этот водопад, собственно, я вспомнила о том, что списывалась со скульптором Викторией Чичинадзе на тему такого морского дна в нашем другом проекте, который не случился. И вот эта идея со скатами, она вот меня не покидала. И как раз-таки на фестивале, встретившись вместе, я снова вспомнила, как-то вот масса стечения обстоятельств. То есть не было такое, что я придумала скатов. То есть это вот какие-то такие наитивные моменты, зацепки, которые тебя приводят к этому решению. И поэтому вот эта идея со скатами, она как возникла? Мне хотелось, я люблю динамику, мне нравится, когда есть какой-то порыв, какой-то вот... Здесь ветреное место, это важно, то есть это открытое практически поле. И вот этот косяк летящих скатов, он как бы пронизывает собой. Там такие очень интересные посадки, именно растения, они выстрижены, такие как биофитопластичные такие формы. И как раз вокруг скатов мы применили иву хакура нишики. И я заказчицу очень уговаривала, чтобы мы не стригли, потому что мне нравились вот эти брызги, потому что эти скаты вот так вот прорываются сквозь эту иву. И вот у ивы получается ранней весной такие очень большие, длинные, розовые побеги, такие непричесанные. И получается, это вот такая динамическая картина, это просто невероятно, и плюс это на ветру все колышется, и скаты тоже, они на динамической ноге, они немного колышутся так вот на сильном ветру, то есть они не стационарные такие. Друзья, летом мы это обязательно покажем. Я прям... Да, и поэтому вот это все в моей голове как-то срослось, и я показала заказчице ручной карандашный эскиз, и она сказала... То есть эта идея легко зашла заказчику? Прям вот, прям да, в точку получилось. Отлично. На чем, как ты выбрала материалы для, для производства этого проекта? Как ты на них остановилась и почему? В наш канал ты привнесла такую свежую такую нотку того, что мы когда не говорим об идеях, у нас, ну мы, кстати, с твоей помощью будем этот пробел восполнять. Зато вы точно знаете, как инженерку сделать, это тоже немаловажно. Да, но как вы выбрали эти материалы? Очень интересный вопрос по поводу материалов. Это всегда такая тоже взаимосвязь. Отталкиваемся, конечно, мы от цветового решения дома. В данном проекте дом – это кирпич ручной формовки, это естественные цвета, никаких ярких каких-то акцентов в доме не было. Он очень спокойный, классический кирпичный дом. Поэтому для всех ландшафтных работ мы выбирали тоже очень натуральные материалы. И подпорные стены, из-за того, что они пронизывают весь участок практически, мы решили сделать незаметными для глаза. И, на мой взгляд, ростовский песчаник, который мы применили для производства подпорных стен в своей такой дикой форме, и он же лежит на дорожках в пиленной форме, в трех размерах, очень уравновесили и не сконцентрировали внимание на дорожках и подпорных стенах. Они как бы растворяются. Когда появился этот бирюзовый акцент скатов, мне захотелось его чем-то поддержать. И, естественно, что могло лучше поддержать, чем стекло? Потому что оно у меня ассоциируется и со льдом, и с океаническими волнами. То есть это такой цвет невероятный, который... Причем я очень переживала, что, может быть, в зимнее время он будет как-то кричаще смотреться. На самом деле это не так. Хотя приносить цвет нужно очень аккуратно, потому что это определенный риск. И стекло, оно экзотично и необычно. И поэтому водопад было принято решение сделать именно из этого стекла. Плюс у стекла есть светопроницаемость. Это позволило нам подсветить его изнутри. Мы дальше об этом поговорим. И контраст вот этого яркого бирюзового стекла с таким спокойным песочного оттенка, таким зелено-коричневым камнем, на мой взгляд, очень друг друга в балансе держат. И, собственно, на фоне беседки, которая в цвет дома построена из того же материала, на мой взгляд, все очень гармонично смотрится. Да. Площадь пруда небольшая, но очень органично вписалась в зону отдыха. Как это удалось и в связи с этим какое назначение пруда?
пруд небольшой в силу того, что как раз-таки он изначально был запроектирован просто водопадом. То есть вот это все развитие получилось как раз-таки из-за появления скульптурной группы. Мы думали, что это будет какая-то узкая такая история с водопадом. Появился выход из беседки, из эркера, появился вот этот небольшой подиум с мостками. И как-то вот одно из другого стало вытекать. На самом деле при вот небольших площадях все очень соразмерно. Это то, о чем мы говорили в нашем первоначальном с вами ролике, о том, что все должно быть в балансе. Поэтому к беседке пристроилась пергола. Пергола очень интересная. Она в качестве, собственно, стен мы использовали шпалерные липы. То есть она вроде как и закрывает, но при этом это не какая-то тяжелая конструкция. Подпорная стенка занижает, вам уютно, но при этом из-за того, что дальше идет пространство газона, нет ощущения замкнутости, какой-то вот спертости, да, что ли. Да. К слову говоря, одно из условий нашей заказчицы было отсутствие высоких деревьев на участке. И за счет этого пониженное патио с водопадом смотрится камерно, но при этом нет ощущения вот мало места как будто. Да, понял. И по назначению пруд, он декоративный. В нем высажены нимфеи, есть небольшой такой участок со сокой, но ни рыб туда не запускают. То есть он просто создает такой приятный микроклимат, свежесть, вода, журчание. Да, ну и, конечно, да, неповторимый декоративный эффект, особенно в вечернее время, когда водопад загорается. Расскажи о конструкциях, которые применялись при строительстве данного пруда. Ну, начнем с того, что сам пруд представляет собой бетонную залитую чашу на плите, то есть он полностью замкнутый. Сама история с фонтаном, она прикреплена к подпорной стене, которая... Отдельная, которая стоит отдельно от, да, чаши пруда, да, и не связана с ним никак. Нет, совершенно никак. Отлично. И, соответственно, фундамент подпорной стены является и фундаментом нашего водопада. Водопад построен из габионовой сетки, которая из... Это стальная габионовая, да, сетка. Да, да. Мы используем определенные компании. Это Пергон Габион. Они, на мой взгляд, делают самые качественные габионовые конструкции. Ссылка будет в описании. Да, ссылка, друзья, в описании. Ссылка будет в описании. Причем они могут помочь и с конструктивом. Если у вас вдруг какие-то вопросы, они подскажут сюда. Отлично. В качестве соединения вот этих вот самих габионовых плит мы используем специальные клипсы. Есть такие еще, знаете, как... проволочки такие, вот мы их не очень любим, потому что, да, теряется, да, объем вот этой, угу, графика конструкции. Да, да, а клипсы, они намного удачнее вписываются. В теле нашего водопада есть три излива из нержавеющей стали. Мы их приобретали, собственно, в компаниях, которые занимаются прудами-водоемами. Да, да. Но, в принципе, такой излив можно и самостоятельно выполнить. В нем нет ничего сложного, мы разобрались, и, в принципе, можно самостоятельно это сделать. Интересные моменты, на которые стоит обратить внимание, это то, что... само тело водопада, так назовем, оно немного выпирает и нависает над прудом, то есть выпирает из подпорной стены. Как удалось вам это достичь? Сложное решение достаточно. Это как раз-таки за счет того, что внутри подпорной стены есть арматура, которая создает каркас, и мы могли цеплять нашу конструкцию пруда именно к этой арматуре, то есть она очень жесткая. И послойно все габионовые вот эти вот сетки, они соединены через 20 сантиметров такими специальными крюками. Кстати, на сайте Пергон Габион есть очень подробно инструкция, как можно самостоятельно собрать вот, допустим, ну, любую габионовую конструкцию. Соответственно, изливы у нас с подсветкой, они уже исторически с подсветкой шли, но мы решили еще подсветить и сам водопад изнутри. Здесь очень интересный момент. Для того, чтобы водопад высвечивался во все стороны, нам было необходимо расположить вот эти вот ленты светодиодные, во-первых, с определенным шагом, чтобы не было полос. Мы на самом деле это искали решение, ну просто подбирали, так смотрели, нравится, да, не нравится, вынимали стекло снова, смотрели. Вот у нас получилось, что через где-то 20-30 сантиметров идут эти диодные ленты. И еще есть один важный момент. Если у вас, например, тело водопада будет со всех сторон видно, то вам нужно вот эти диодные ленты выкладывать
на все четыре стороны. Это очень важный момент, потому что в столбах мы как раз-таки таким же образом подсвечивали столбы. То есть если у вас в четыре стороны свет выходит, значит и лента должна высвечивать в четыре стороны, чтобы не было вот этих вот полосок. И еще важный момент, что нельзя подсвечивать эрклес сверху. То есть очень многие, бывает, соберут конструкцию из габиона со стеклом, засыпят, а потом ее сверху пытаются подсветить. Ни в коем случае так делать нельзя. Получается такой потеря эффекта. Да, понял. Эрклес нужно подсвечивать только снизу изнутри. Это очень важно. Друзья, конструктивные решения. Есть ссылка на канале у Татьяны. Это сад со скатами. Да. И там есть все материалы. Заходите, подписывайтесь. Можно скачать. Да, но мы оставим обязательно все конструктивные элементы столбов, светильников в описании к вашему видео. Отлично, друзья. В описании будет вся информация.